Молодожены в Одессе решили устроить необычную свадьбу и арендовали для этого у Одессгорэлектротранса трамвайный вагон. И несколько часов с песнями и танцами ездили по городу. Вот так весело с песнями под гитару в исполнении легенды одесского рока Стаса Подлипского отпраздновали необычную свадьбу двое влюбленных одесситов. Поэт, ветеран АТО Константин Иванов и литературный редактор, блогер Вероника Налета. С музыкой и танцами они катались по городу в трамвае вместе с гостями после торжественной традиционной церемонии в ЗАГСе.